Ну-ка, ну-ка! Ну нереально, просто мотоцикл едет во все стороны. Здорово, с вами Роллинг Мото, и мы проделали огромнейший путь, чтобы добраться до Северного Кавказа и снять именно для вас самый лучший и интересный контент. Именно сегодня у нас будет масштабный и интересный прохват с Романом Курбатовым, и, конечно же, мы в лице Роллинг Мото его поддержим с удовольствием в этом замечательном, живописнейшем месте Кисловодских гор. Счастливые лица людей. Смотрите на это. Это караул как помогает. Когда заезжаешь, мотик у тебя вот так стоит, и ты его добиваешь ногой вниз. Отклони его, просто вот ногой загрузи, и вот так от тебя отклони, и другой опирайся. И все, он пойдет. Прям надавливай на него. Ага, спасибо. Так, Кирюха, Кирюха! Воу-воу-воу-воу-воу! Я чуть не обосрался. Если бы не было маски, я бы, конечно, поснимал бы его счастливое лицо. Это жуть вообще. Мне кажется, тебе надо куртку убрать каким-то образом в рюкзак. Как же на видео кажется, что это так все просто. Банально, вроде небольшой подъемчик такой, из песка и земли сухой. Но нереально, просто мотоцикл едет во все стороны. Я не буду задерживаться. Итак, у нас выбор траектории.
выбрана изначально неправильная траектория, где уже траншея на пол колеса. Роман ему помогает. Ага. Так, кульминационный момент. Роман. Пошел. А, Кирюха снял уже ветру свою теплую куртку. Потому что я готов на самом деле до трусов уже раздеться. Жарко просто, капец. В эту горку Роман только что заехал на питбайке GRX. Мы еще не разобрались, это мотоцикл или питбайк с большими возможностями. Это питбайк. Давай, 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 давай. Нормально, нормально. Аккурат! Мотоцикл перевернул и стоит такой счастливый, нормально. Не доехал. Привет, на чем приехал? На Каю инжектор там, К6. К6? Что о нем плохого скажешь? Ничего, самый офигенный мод. И самый первый инжекторный мотоцикл китаец. Чего могу сказать? Ни разу не ломался, отвечаю, ни разу. Уже 5 лет. Вообще, 5 лет? 5 лет. Только цепь поменял. Поменял две покрышки задние и одну переднюю, и все. И вообще не ломается. На Бермамыт ездил, Джилусу ездил, на Петрийское ущелье ездил, за Архыз ездил, на Хурлакёль ездил, ни разу не ломался, ничего не делал. Бежали, да? Володька приехал! Красава! Что там, дальше едем? Ехал, и подъем достаточно крутой был. И просто в один момент тых и заглохся. Как только не пробовали накатом, завелся, но без толку. We'll be right back.
вот просто от городской вот этой суеты в этом нитро режиме постоянно, дом, работа, выходных, кажется, вообще нет никогда. Когда попадаешь в такие места, ты понимаешь, на что способна природа, на что способен человек. Ты являешься частью каждого корня, камня, всего, вообще всего. И через все это приходится тебе преодолевать, переходить, себя самое главное перебарывать. Вот в этом залог успеха. Только вперед. Никогда не сдаваться, любой ценой, только вперед. Едем дальше. Мне-то вообще нормально, я как будто вышел погулять дома на перерыв. Нормально. Так, Сева, если бы не Сева, Сева помогал сегодня абсолютно всем. И в ремонте, и доставал нас, да, своих не бросал. За нами вместе, кстати, тоже отправляли. Ну что же, ребята, завершился наш лютейший прохват в горах Кисловодска. Это было очень красиво, это было потрясающе, волшебно, просто вау, супер, но и в то же время очень-очень тяжело. Прежде чем вы соберетесь в такие вообще путешествия, знаете, успех вернуться обратно целым и здоровым, это, конечно же, правильно подготовленная мототехника. Ну и, конечно же, без физической формы здесь никак, ее нужно поддерживать. Это шанс проверить себя, посмотреть, на что способна природа. Да и вообще просто понять, для чего ты на этой земле. С вами был канал Rolling Moto. Я Кирилл Дрыгин. До встречи, до новых видосов. Пока!